Всем здрасте! Сегодня Volvo S60 в ремонте. Так, что у нас есть? Ну, зазора нет между дверьми. Дверь побита. Крыла нет. Это будем менять. Дверь тоже будем менять. Капот алюминиевый тоже на замену. Так, ну, переднюю панель клиент тоже решил поменять. Вот. Боковина тоже будет менять. Вот мы разобрали. Равнять ее смысла нету. Вольт все-таки металл не слабенький. Ну и также лонжерончик там будет чуть-чуть помят. Вот, привезли мне четверть на замену лонжерончика кусок. Вот, как видим, расстояние чуть-чуть другие размеры, так сказать. Вот, можете видеть по длине тут от отверстия. Вот, то есть вот на такой кусок. Я думаю, что это с дизеля какого-то или еще откуда-то. Но будем ставить. Начинаю рассверливать. Весь металл помятый. Вот в этом месте я тоже резану. И там будет стык. Ну вот, убрали все, что нам не нужно, идет под замену. Ну, также поменяю вот эту вот на лонжероне боковинку. Ну что, снял размерчики, посмотрел, лонжерончики как бы практически на месте, чуть-чуть вот отсверлил. Вот. Ну и начинаю ремонт лонжерона. Ну вот, отравнял лонжерон. Сейчас его освободю. Это место потом обрежу. Ну вот, сварил. Вот, и сейчас буду приваривать, не примеряю боковину. Но, как видим, чуть не совпадает крепление. Надо чуть потянуть лонжерон, значит. Прикручиваю балку бампера и тяну за нее сразу два лонжерона.
потом посередине на жиранчике потянул. Ну вот, сейчас все подошло, скрутил, свариваю. Ну вот осталась последняя деталь боковины, вот, приварить сверху, и как бы сварочная работа закончится. Ну вот она. Решил сразу же покрасить это место и потом накидывать остальные элементы. По размерам все подходит, должно по идее все подойти. Да, загрунтовал. Ну вот дверь решил поменять, пока там все сохнет. Чтобы снять проводку, пришлось вырезать кусок. Иначе не подойти, не отключить ее. Повесил другую дверь. Как видите, чуть-чуть ниже висит, придется подкорректировать. Ну вот, боковинка лонжерончика готова. Сейчас я покрашу ее. И затем соберу все внутренности. Ну вот. Фильтр, коробка предохранителей, чтобы уже сюда больше не лезть. Ну вот, накидываю остальные элементы, примеряю, подгоняю. Ну вот, вроде бы так более-менее все подходит. Накидываю фары, бампер. Ну, с железом как бы все и хорошо. Приступаю к покраске этой машины. Ну вот, загрунтовал крылья, капот был чуть помят. Маленькие ямочки. Бампер, кучу пластмасс от бампера. Ну и все это дело покрасил. Ну, осталось ее только собрать и повернуть. Ну вот машинка готова к пользованию. Человек ее себе оставляет, точнее девушка. Ну а мы вспомним, какая она была. Вот. И какая она сейчас. Ну, а я со всеми прощаюсь. С вами был Артур. Не забывайте подписываться. Спасибо за просмотр. Пока.